Уважаемые работодатели, их правовая поддержка. У нас снова хорошие новости от судебной системы. Суд подтвердил, что материальная помощь – это вовсе не зарплата, а значит, страховые взносы на травматизм ее удерживать не нужно. В очередной раз судьи встали на сторону здравого смысла. Материальная помощь – это социальная поддержка. Будь то помощь многодетным, поздравления с праздниками или деньги на оздоровление перед отпуском. И ни одно из этих проявлений заботы к трудовым успехам отношения не имеет. Да и стимулирующим фактором не является. Суд пояснил, выплаты социальные, не систематические и не зависят ни от квалификации работника, ни от качества его труда. В общем, как ни крути, копать труда эти выплаты не относятся, а значит, взносы на травматизм не требуют. Так что, коллеги, расслабьтесь. Пока с мат-помощью можно спать спокойно. Подробности в документе постановления 14-го арбитражного апелляционного суда от 17 октября 2024 года. Ну и, конечно, приглашаем вас подписаться на канал «Налоговый балалайк», где все самое важное и интересное на этот счет.